Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рад вас видеть, несмотря на ослепительный свет этих прожекторов. Но я вижу ваши лица. И сегодня мы с огромным удовольствием для вас открываем, надеюсь, серию концертов, в котором постараемся представить вам ведущих руководителей, бенд-лидеров нашей страны, тех музыкантов и композиторов, которые ищут новые пути развития джазовой музыки, биг-бендовой музыки. И сегодня с огромным удовольствием я вам представлю замечательного музыканта, моего коллегу, художественного руководителя Уфимского эстрадно-джазового оркестра Государственной филармонии, лауреата джазовых фестивалей, лауреата конкурса саксофонистов в Дортмунде, Олега Касимова. Ну и предоставлю Олегу микрофон после того, как прозвучит первая композиция. Thank you.
мне очень приятно находиться и в этом зале, и в этом городе, который известен своими джазовыми традициями. Понимаете, я до сих пор, наверное, считаю, что это одна из столиц джаза, по крайней мере, в российском масштабе однозначно. И, конечно же, встреча с таким коллективом для меня очень, очень для меня интересна. И вот мы с Петром попробовали сделать такой проект, и я считаю, что здорово, что мы можем так обмениваться идеями, обмениваться импровизациями, если даже можно так сказать. И сегодня хочу представить вам программу, которая во многом состоит из моих пьес и пьес Петра Назаретова. Первая композиция называлась «Прописные истины». И давайте поаплодируем нашим замечательным солистам. Евгений Белин, тромбон. И, конечно же, без драйва замечательного гитариста Евгения Луценко эта композиция не ставила. Следующая композиция, небольшая предыстория ее создания. Значит, мне рассказала эту историю, рассказали вам часы мои настенные. У всех, наверное, были такие ситуации, когда вы ложитесь спать, и вдруг что-то как-то не получается заснуть. И вот я постоянно слышу вот такое вот звучание. Мои часы просто не дали мне заснуть, и как-то родилась так вот сама собой вот эта мелодия. И композиция называется, можно буквально воспринимать эту фразу, «Послушай, как бежит время». Thank you.
работать, стать профессиональными музыкантами. И мне хочется всех назвать альтсаксофон Олег Великанов. Замечательная, несравненная Кристина Крид. И очень интересный трубач Егор Попов. Ну а сейчас я хотел позвать на эту сцену человека, без которого бы не было этого замечательного коллектива. Итак, Петр Назаретов встречается. Thank you.
Спасибо. Олег, спасибо. Егор Попов. И Евгений Луценко. Оркестр имени Дима Назарева. Петр Назарев, ваш аплодисмент. Небольшая предыстория, ну, вот, пока мы начали следующее произведение. Вы знаете, не знаю, как-то родилась такая идея у меня. Я спрашивал много раз от людей, и почему-то у многих ассоциируется джаз именно вот, какой-то Чикаго 30-х годов, что-то такое, вот, какие-то гангстеры, сухой закон, и вот именно такая музыка определенная, которая тогда родилась, безусловно, и она имела бешеную популярность. И как-то вот связывая все эти нити, мы решили сделать у нас программу, которая называлась «Гангстерские байки». И она даже имела какие-то элементы шоу, потому что мы там звали и шоу-балет, и у нас была черно-белая инсталляция, и степ, и много разных вокалистов. Даже у нас там был на видео такой товарищ, который у нас совсем не товарищ, Аль Капоне, он там какую-то речь говорил. В общем, было достаточно интересно, и это имело продолжение. Я специально написал несколько песен для этой программы, и мы хотим сейчас их вам показать, но не сразу. Первая композиция называется «A Gangster I Am That I Am». Ну какая же песня без вокалистки? Я думаю, что вы оцените по достоинству эту замечательную девушку. Встречайте, Татьяна Кудейко. Здорово, если бы нам помогали. Собственно, очень много от вас не буду просить. Все же могут делать вот так вот. Нам просто это будет необходимо. Только делать будем как настоящие истинные джазмены на слабую долю, да? Попробуем потом. Чуть попозже я вам покажу. Хорошо? Пробуем. You got no need to touch them.
Следующая композиция, она не совсем джазовая, я бы сказал, даже совсем не джазовая. Называется она «Соприкосновение». И тут немножко такой простую лирику очень трудно чем-то загружать. И, может быть, она не столь насыщена какими-то музыкальными идеями, но просто то, что было, может быть, внутри заложено. И хотелось донести до зрителя, до слушателя. Мы попробуем сейчас вам показать.
Спасибо большое. Конечно, эта композиция не могла состояться без Кристины Крид. Ваша любовь. Соло на басу Максим Выстрецов. Но сейчас вернемся к чему-то более веселенькому. И прежде чем я вам расскажу о следующей нашей песне, на, собственно, и последнем нашем отделении первом, хотелось бы тоже, наверное, рассказать о том, что мы записали несколько компакт-дисков, и вот как раз один я записал с квартетом, называется он «Соприкосновение». И вот они будут в продаже, если вам будет интересно, конечно, можете приобрести, взять с собой эту мелодию. А еще один диск мы записали с нашим оркестром, называется он, собственно, так же, как и наша следующая композиция. Называется он «Гангстерские байки». А поможет нам рассказать эту историю еще одна несравненная вокалистка. Знаете, такие красавицы у вас здесь живут, что просто глаз радуется на них смотреть. Встречайте наше очередное чудо Алла Тырнова. Тырнова, извините, пожалуйста. Да, что? Это моя ошибка, но неправильно встретили. Алла Тырнова. Don't try to speak to them, they should not joking. Can't speak to them, I'm just smoking. Never.
Гитара Евгений Луценко и баритон, саксофон, но очень редкое явление на самом деле, когда так замечательно играет на баритоне, Артур Соколов. Ну вот так вот весело. Мы закончили первое отделение. Надеюсь, вам понравилось. Остается только сказать одно. Увидимся после небольшой паузы.